Экологически чистые и качественные продукты – залог здоровья. Но как выбрать то, что полезно для организма? Ответ прост – вырастить самостоятельно. Как правильно вести дела огородные, рассказывали в Доме культуры «Юность». Какие сроки лучше посадить, на какую глубину, какие способы используем по уходу и нужны ли подкормки, если есть какие вредители, то как с ними бороться. Это тот небольшой минимум, который должен знать каждый дачник. Ежегодно технологии возделывания земли совершенствуются. Нужно обновлять и знания огородников-любителей. Депутат законодательного собрания Валерий Кан – организатор встречи. Приморский парламентарий уверен – за дачными хозяйствами будущее. Акция направлена на то, чтобы возродить, да, вот это вот, то, чтобы люди сами выращивали экологически чистые продукты, на столе были те продукты, которые сами вырастили, они гораздо, мне кажется, вкуснее, интереснее, ну и самое главное, привлечь к труду наших детей и молодежи. Для поддержания интереса к земле депутат ЗАГС объявил конкурс на самый большой овощ. Выращивать гигантов будет из чего? Каждому участнику агролекции вручили по пакету семян. Кабачки, морковь, редиска, петрушка, укроп, горох. Всего 10 позиций, специально разработанных для приморской земли. Урожай всегда хороший. Почему? Потому что, ну, уделяешь должное внимание, если ты будешь, как, знаете, есть, как потопаешь, так и полопаешь. Ради ценного приза, а подарки будут достойные, дачники обещались потопать. Результаты состязания подведут осенью после сбора урожая. Наталья Зайцева, Ольга Муравьева, Антон Войцеховский, Телемикс.